вот эти 3 месяца, она у нас снизилась, а за счет того, что мы вот пересмотрели, курсы не работают, где у нас кураторы не работают, транслировали все. И по максимуму у себя все сконцентрировали. Значит, пока не торопись. Вы пока ничего не убрали, потому что 2 месяца это не показатель. Два месяца это не показатель. Пока не торопитесь, пока она у вас 7 и 3. Надо смотреть смертность в отношении с родами, с количеством родов. Поэтому могла не смертность снизиться, а количество родов могло снизиться за первый квартал рождаемости. Что, собственно, вчера мы на совещании увидели. Абсолютно, а рождаемость, она упала. У нас рождаемость в первом квартале упала, серьезно упала. Поэтому количество смертности как бы пропорционально снизится. Поэтому надо смотреть смертность на одного рожденного. И вот если это есть, тогда это можно сделать. А что у них количество рождений? Самое... Ну, количество рождений. Мы так говорим. Мы сейчас снизили абсолютно количество рождений. Параметры? Да. Но она тоже параметры. Они просто, вот, допустим, 500 рождений. Да. Они где-то у нас в отчетах что-то я его не видел, у нас рожденных. У нас просто детская смерть.